Нефть дорожает на фоне договоренности стран ОПЕК по сокращению добычи для стабилизации рынка. Цена нефти марки Brent превысила $54 за баррель впервые с октября прошлого года. Американская техасская нефть WTI торгуется выше отметки в $51. Но многие аналитики не верят, что согласие нефтяного картеля на ограничение добычи сумеет удержать цены на сырье на определенном уровне в долгосрочной перспективе. Даже если страны ОПЕК выполнят заключенные договоренности, избыток предложения уменьшится незначительно. Эксперты также говорят, что другие игроки могут увеличить объемы поставок, в частности, производители сланцевой нефти в США.